Начну с очень старой песни, которая, к большому моему сожалению, с каждым годом становится более актуальной. Но когда я ее писал, она не была так актуальна. Солнце упало в цене вместо золота медь. На холодную давно нет очередей. И не нужно синоптиком быть, чтобы разуметь. Скоро в Макондо начнется сезон дождей. И не нужно синоптиком быть, чтобы разуметь. Скоро в Макондо начнется сезон дождей. Время заколачивать окна и выключать свет. Время запираться в шкаф до ближайшей весны. За неуплату давно уже подключен интернет. Нам остается лишь видеть и бесчестны. За неуплату давно уже отключен интернет. Нам остается лишь видеть и бесчестны. Продолжаем строить свой павильон. Мы продолжаем пляски на старых костях. А сегодня разбился боль, летящий на Авалон. А как нам вчера передали в ночных новостях. А сегодня разбился боль, летящий на Авалон. А как нам вчера передали в ночных новостях. Наша вера проста, мы рисуем. Мы храним традиции предков с века в века. На месте старого храма воздвигнем новый дурдом. И каждому найдется место у огонька. Вместе мы сумеем построить новый великий дурдом.
зим. Как страшно уходить, как страшно умирать, забыв, что через год родишься вновь, забыв о том, что мир не выдержит тебя, твой погребальный сам на помощь призовет. Ты не откажешь им, хоть проще быть глухой, сбежать на вечный пост в арктические страны. Ты жертвуешь собой, предчувствуя разбой, ведь на дорогу соль, как будто соль на раны. Все только ждут весну, и мало кто поймет, так мало кто поймет, что это было. Спасение через время, спасение через лед, спасение через снег, спасение через лед. И кровь в реке застыла, чтобы растаять вновь. Написано по книжке Даниэла Киза «Цветы для Элджернона». Очень хорошая книжка, и спектакль в рамке идет. Маленький добрый мир в одночасье стал большим и жестоким. Все, что я так любил, оказалось вдруг глупым и недалеким. Слишком много того, о чем даже умные книги не знают. Понять бы себя самого, это то, чего больше всего не хватает. Это сложно, это так просто. Словно цветы на могилу мышонка. Стоит закрыть лишь глаза, незнакомец из прошлого кричит: возвращайся, часы повернули назад. Но видит Бог, я без боя не сдался. Будет больно вдвойне в обратную сторону пройти круги адовы. Что остается мне при
принять этот мир, полюбить его заново. Это так сложно, это так просто, словно принять витамины для роста, словно игрушка больного ребенка, словно цветы на могилу мышонка. Спасибо.